Так, ребята, раз сегодня у нас утро, точнее не утро, уже к обеду, но все равно еще рано. Я тут кое-что заметил, человечек, говорящий о том, что здесь ходят дети. Смотри, что заметил. Как они убирают мусор, никогда об этом не знал. Где же они складывают? Где-то есть контейнеры, но вот здесь нет контейнеров. То есть из домов вытаскивают такие кучи мусора. Вот их домики. Уже все обвешаны, готовятся к Хэллоуину. То есть они из домов вытаскивают огромные пакеты мусора и складывают, и мусорная машина их просто собирает. Хотя это раньше видел, но сейчас решил на это обратить внимание. Хотя вон там контейнер, смотрите, стоят около некоторых домов. И вот мусор, и вот, а вот их домики. И вот мусор. То есть вот так они делают. Сегодня у нас понедельник. Понедельник. Вон мусорные контейнеры, игрушки. А вот домик мне понравился. Смотри, с какими статуями. Красивым вообще, а? Шикарный вид, да? Статуи такие красивые. Скульптуры, точнее. Каменные. Собачки, орлы, дети, женщины. Вот такая вот улочка. Блин, я, наверное, сфотографирую сейчас. Сейчас развернусь. Немножко вас прокачу. Сам развернусь. Там дальше футбольный стадион. Но вот эта улица мне понравилась. Ну ладно, тогда все, ребят, всем пока.